продержись, а? Брат, бегу, бегу, сейчас разъебу вообще. Он они смотрит, от магии я не прям двигаюсь. Откатываются. Я не... Ты думаешь, если ты на него не смотришь, он тебя не видит, чай тебе скину такси. Че, меня-то призовёшь? Давид, на, хавай. Охуенный хавчик, спасибо. Блять, угар, вообще пиздец, ты видел? Лёля, ты его стригерил! А-а-а, я не видел его! Нормально, я его ёбну, наверное. Ты ему бэк можешь сделать. Да я пытаюсь, блять. Быстрее, блять. Я пытаюсь, блять, ну пиздец. Нежели богато. Нехуй начинать. Есть одна лопа. Вот ее не помогло, кстати, я до сих пор под токсином. Нихуя! Блять, убили меня, убили. Как? Да ладно. Кольцо с магическим камнем, заебись. Да чё вы там делали-то, блядь? Да они пиздец лютые, блядь, Давид третьего уровня, бомж. Я не могу, у меня весь урон срезан. Вообще-то, 49-го я попрошу. Охуеть. Уже 49-го? Да. Охуеть. Там начинаешь. Я на 125-м. Бля, вот на 120-м уже комфортно играть, потому что это прям такой билд уже сформированный. Когда ты, блядь, бомж. Какой-то педрило какой-то колдует тут в мою сторону. Так, блядь. Колока, звони телефон. Это он. Это... Хидетака звонит. А, тут где-то срез же, кстати, есть. А, ну там такой срез, ну, что... Ну, ебанский, он хуже, чем, блядь, вот этот. Ну да, блядь, ёбни по мне ещё раз, блядь. Тут кишки какие-то ходят. Звони телефон. Это он. А я пойду срез открою. Это токсин звонит. Я найду их, какой-то мех надо скидывать. А я, Давид, в чем прикол? Я не видел, что он стоял на этой на лестнице. Я думал, он все уже ушел. Я, Давид, нет, блять, ты вообще. Я поэтому я на него и смотрел через щельку, блять, на камеру. Я короче, что было? Я Давид говорит, типа, я на тебя не смотрю. Я прихожу в его мир. Давид в углу стоит, такой стенку пялится. Блядь, я сейчас сохраню это, подожди, чтобы ты понимал, что там.